Чего ты ворчишь на меня? А? Нет, на балкон не пущу. Нет, нет, прах. Да, на балкон нельзя идти. Нет. Нет, родненький, нет. Холодно. Холодно, жопку заморозишь. Холодно, милый. Холодно. Ну, на минутку выпущу. На минутку только, да? На минутку. Иди, на минутку сходи. Давай, на минутку. Ну, ты же сам сейчас не... Пошел? Вообще бесстрашный кот, конечно. Ну, да. Вторая. Че, назад уже, Руф? Руф? Вторая. Идет. Вы что, серьезно собрались гулять по такой погоде? Ну, смотрите, ладно. 4 минуты у вас еще есть. Давайте. Так, ну, надо этих двоих... Надо этих двоих загонять. Вот это нифига себе. Руф! Руф, смотри, я твою когтеточку раздираю. Иди сюда. Что, нюнечка уже повелась. Да-да, не трогай твою когтеточку. Упс. Ой, какая кошка. Хранительница. Охраняет свою территорию. Да. Сейчас этого загоним. Да я не претендую, Шань, честно. Это просто трюк, чтобы этого загнать рыжего. Все? Продрала? Давай. Надо его как-то загнать. Сейчас с другой двери, может, попробуем. Погоди. Рыжий! Рыжий кот! Вот паразит ведь слышит меня и специально не идет. Делает вид, что это... Руфус! Теперь он там не пошел, теперь он с этой двери хочет зайти. Да что же такое? Пожалуйста, зайди. Руф. Пойдем. Ну, зайди, пожалуйста. Ну, кот, ну, зайди. Зайди, Мусик, зайди сюда. Не надо сидеть, жопу замахать. Ладно, придется накинуть кофточку и выйти забрать. Ну, что, надумал? Ой, я же еще виновата, да, что ты не заходил ни с одной из двери, ни с такой. Ложись давай, рыжий. Му, хрю, все, да, устал, бедный ребенок, устал, кошачий кот, милый, да. Это, сидит. Высматривает. Ой, оба два.